Журналист-миллионер, а вот корреспонденты 31-го канала снова оказались в числе лучших. Накануне в Астане состоялась торжественная церемония награждения мастеров пера и слова в рамках престижной премии «Нурсункар», учрежденной партией «Нур-Отан». В номинации «За лучший материал на антикоррупционную тематику» победила шеф-редактор столичного бюро Гульбану Аниятхазе. Сотруднику нашего канала вручили внушительный денежный приз. Стоит сказать, что сотрудник 31-го канала уже много лет освещает острые темы, в которых прослеживается глубокий анализ вещей и событий. Республиканская премия «Нурсункар» проводится с 2010 года. В этот раз конкурсной комиссией принимались работы журналистов, освещающих реализацию стратегии 2050, программы «Нурлыжол» и другие. В 2015 году к 9 основным номинациям были добавлены еще 2 – «Голос общества» и «Лучший материал на антикоррупционную тематику». Достойное признание нашего корреспондента было подкреплено денежным вознаграждением в 1 миллион тенге. Не ожидавшая такого сюрприза корреспондент еще не решила, на что потратит эту сумму. Честно признаться, я не думала, что получу эту награду, но мне очень приятно, что жюри оценило мою работу. Это победа всего коллектива 31-го канала. Ведь благодаря поддержке моих коллег и руководства мне удается освещать острые социальные темы, создавать материалы, раскрывающие проблемы простых граждан.